Итоги осеннего призыва 2019 года подвели в военном комиссариате по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому городскому округу. Всего на воинскую службу было призвано более 200 человек. Военный комиссар Объединенного военкомата Вячеслав Клявень рассказал, что призывники отправились служить в различные виды и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, ВДВ, воздушно-космические силы, на флот. Также молодые люди будут проходить службу в частях Росгвардии и МЧС.